Ромео Тревис, лидер «Красного октября» в Единой лиге ВТБ, дважды становился игроком недели в Кубке Европы. Форвард освоился в игровых схемах волгоградской команды, познакомился с городом и позвал всю свою семью в Россию. Привет, я Ромео Тревис, а это моя семья. Семья Тревис в Волгограде. Вообще, родные навещают меня регулярно. Вот моя сестра Латиша, она в Европе второй раз. Моя мама Кэролайн, это уже ее пятый раз. Моя дочурка Ариэль, девушка Шей, брат Мелвин и сестра Дешонда. Сегодня мы выбрались в город, чтобы посмотреть, что интересного есть в Волгограде. Ромео всегда один в Европе, поэтому мы стараемся приезжать к нему время от времени, чтобы он не забывал, как мы заботимся о нем. Также это прекрасный шанс познакомиться с новой культурой. Мы никогда не были в России, и было интересно сравнить реальность с тем, что ты видишь по телевидению или читаешь в интернете. Ого, да он живой! А я думал, это искусственные фигуры, а потом увидел, как этот парень шевельнулся. Им вообще двигаться можно? Ну, по идее, только во время смены караула. Мы болеем всей семьей. Я за Висконсин, Мелвин за Индианаполис, Лакиша за Сан-Франциско. Все потому, что Кливленд отстой. В нашем детстве Браунс были пушечным мясом. Ну а мы, когда были помладше, играли в американский футбол на приставке и со временем привязались к определенным командам. Я к одной, брат другой. Понимаешь, мы втроем тащимся от американского футбола, и все, что мы делаем, спорим на тему того, чья команда выиграет. У нас даже есть групповой чат, в котором мы общаемся по воскресеньям, когда идут матчи. Следим за игрой, подкалываем друг друга. У Ромео сейчас самая крутая команда. Но зато Сан-Франциско их обыграл. Ладно, твоя команда и в плей-офф не выйдет, давай лучше об этом поговорим. По-моему, это был первый разговор об американском футболе рядом с этим памятником. Понимаешь, это наша семейная тема. Мы обожаем футбол. И хоть я вдали от своей родни, мы не перестаем обсуждать все события из мира НФЛ. Мы с братом даже играем в футбольной фэнтези-лиге. Футбол — это одна из вещей, которая нас сближает. Я ожидала увидеть снег. Наверное, при слове «Россия» все американцы представляют снег, морозы, горы. Ага, медведи, драку, водку. Ну, в общем, что тут не выжить. Но на деле мне понравилось. Я и подумать не могла, что Волгоград сыграл такую огромную роль во Второй мировой. Мне-то казалось, что это ничем не примечательный провинциальный городок, и я очень ошиблась на этот счет. Что же я узнал сегодня? Когда нам рассказывали о Второй мировой войне в школе и колледже, я думал, что нацистов победили союзники – американцы, англичане и французы. Но приехав в Волгоград, я увидел этот великолепный памятник и узнал, что здесь в течение 200 дней шел ожесточенный бой. И русские положили свои жизни, чтобы избавить мир от фашизма. Так что я узнал много нового, и это здорово. Потому что если тебе не рассказали чего-то в школе, лучше узнать это от первого лица, а не по чьим-то рассказам. Это был интересный опыт для меня и моей семьи. Я действительно благодарен за эту прогулку. Спасибо.